Здравствуйте. В эфире новости из Венгрии на телеканале М1. И я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главных событиях дня. В Венгрию прибыла первая партия вакцины компании «Модерна», которая состоит из 7200 доз. Она стала второй компанией, получившей разрешение ЕС. Поскольку на каждого человека приходится две дозы этого препарата, то партии хватит для 3600 человек. Механизм действия вакцины «Модерна» примерно такой же, как у препарата фирмы Pfizer, только ее нужно хранить при температуре минус 20, а не минус 70. За последние сутки в Венгрии было выявлено 696 человек с коронавирусом. Умерли 128. В больницах от коронавируса лечится 5005 человек, из них 356 на аппарате ИВЛ. Пробы сточных вод обнадеживают. Концентрация следов коронавируса не растет. В большинстве населенных пунктов наблюдается стагнация или постепенный спад. Теперь заявки на бесплатный тест на коронавирус могут подать сотрудники социальной сферы, в том числе работники учреждений, помогающих детям, семьям, бездомным и мелким населенным пунктам. Тесты будут организованы в конце этой недели. Для снятия проб откроют 170 пунктов по всей стране. Записаться можно в интернете. Наш общий интерес в том, чтобы вступительные и экзамены на аттестат зрелости состоялись вовремя, заявил пресс-секретарь по народному образованию. Касательно вступительных экзаменов в гимназии Золтан Маружа подчеркнул, для 6 и 8 классов обучение в настоящее время проходит в нормальном школьном режиме, поэтому у них нет проблем с подготовкой. Письменные экзамены по всей стране пройдут 23 января для 75 тысяч учеников в 535 залах. Это намного больше мест, чем обычно. Именно для того, чтобы в одном зале не находилось более 10 человек. В этом году на венгерских железных дорогах будут реализованы проекты развития стоимостью 700 миллиардов форинтов. Отремонтируют 100-километровый участок железной дороги вокруг столицы, закончится реконструкция западного вокзала в Будапеште и перестроят восточный вокзал. Продолжится электрификация линий на северном берегу Балатона и так далее. В правительстве считают, что пассажиры скоро почувствуют позитивные изменения. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.